Всем привет, с вами Дед Милон. Сегодня я буду проверять разные мифы в Милон Плейграунд. Ну а перед началом поставьте лайк и подпишитесь. Вам не сложно, а мне приятно, ну и давайте начинать. В мифе показано, что если соединить копье и арбуз кнопкой Parent, то копье будет наносить меньше урона. Звучит интересно, давайте проверять. Ну мне кажется, что и так урон одинаковый, миф опровергнут. В мифе сказано, что если вколоть в Милона фиолетовый и зеленый шприц, то получится зомби с красным соком, давайте проверять. Как мы видим, это правда, миф подтвержден. В этом мифе сказано, что ли оторвать одну из частей скелета, то у него появится кровь, звучит интересно, давайте проверим. Как мы видим, это правда, миф подтвержден. Ну и вот ролик подошел к концу, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем удачи и пока.